Следующая остановка – проспект Титова. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем рубрику от первого лица. Сегодня мне нужно приехать на маяк, там взять кое-какие запчасти на радиорынке. И решил я снять вам, как выглядит маяк на июнь 2019 года. Сегодня у нас пятница, время 12:18. Ну, вы видели, какой у нас сейчас пик. Это просто жесть. Толпешка неимоверная. Ну, что делать? Ладно, пойдемте. Короче, на рынке здесь, как из Советского Союза, есть все. Ну, нам на книжный рынок не нужно, нам в сторону радиорынка идти. Ребята, на маяке можно купить абсолютно все. Еще раз буду повторяться, лишь бы деньги были. Новая, бэушная, под заказ, то есть вся техника в наличии есть. Дефицита и проблем, к счастью, в этом плане не наблюдается. В общем, друзья, купил я себе лампочки маленькие в машину. Ну а так вся парковка занята. Сегодня пятница, это для маяка нерабочий день. Друзья, ну а сейчас я хочу пройтись, раз уже приехал на маяк, в сторону ветки. Покажу вам Шахтерскую площадь. Ну, не зря я ж приехал, да и камеру брал. Думал что-то вам поснимать. Вам же нравятся все-таки видео за Донецк. Спасибо вам большое за поддержку, за каждый ваш комментарий. Я ценю это. Мы продвигаемся в топе все выше и выше. Нас смотрят все СНГ. Также смотрит Европа. Жара, конечно, неимоверная. Уже 30 в тени. Но народ есть. Ездят. Куда они все по жаре идут? Куда-то кто-то, какие-то дела у всех. Заботы. Ладно, будем идти в сторону Шахтерской площади. Сейчас надо прикупить холодного чего-то, минералки, потому что хоть и в кепке ходишь, но все равно голову уже нормально напекло. Кстати, друзья, вот такая бутылка минералки стоит 28 рублей. Это единственное, что холодное было в магазине. Сейчас мы немного подзакинемся и будем идти дальше. Тут, кстати, ребята, хороший тенек от этих тополей. Конечно, в мае пуха с них много сыпется, но зато они хорошо прикрывают вас от солнечных лучей. Вареники, ну все есть. И берут люди, да, смотрю, ну открытое все. Пакетики. Яйца, конечно, еще цена что-то не падает. 39. Поступить. А курица по 113, да? Ага. Да.
В общем, друзья, зашел я, поснимал вам еще цены на основные продукты питания крупным планом, как вы и просили. Но это у нас есть один такой из местных магазинов, который продает свою продукцию. Называется он «Шахтерская птицефабрика». Вечером, около 4-5 часов вечера, когда все приходят с работы, либо идут домой, там, как продавец рассказывает, огромные просто очереди скапливаются, так как там цена немного ниже, чем среднерыночная. Вот, друзья, плавно мы дошли до Шахтерской площади. Здесь стоит недостроенный торговый центр «Северный», к большому сожалению. Он не работает. Конечно, в Донецке есть много пустующих зданий, которые по всем известным причинам не работают сейчас. Но мы надеемся, верим в лучшее. И будем ждать, когда это все дело заработает. Вот вам Шахтерская площадь от первого лица. У нас начинают потихоньку выходить видеоролики, которые связаны с Донецком. Центр города я вам уже немного поснимал. Сейчас будем начинать рубрику «Окраины». Хотя у меня на канале есть очень много видеороликов, где я ездил на Петровку, поселок Старомихайловка. То есть на что посмотреть. Вы, если что, смотрите обязательно плейлисты, потому что мне многие пишут в комментариях, что покажи то, покажи то. Ребята, смотрите плейлисты. Там у меня все есть. Ну вот так выглядит торговый центр «Северный» на июнь 2019 года. Кстати, похожее сооружение — отель «Дружба» напротив кинопалаца «Звездочки». В принципе, похожие тона. Мне кажется, даже архитектор либо строители, которые занимались этим проектом, они между собой договорились и решили, что должны подобные архитектуры быть в нашем городе. Ну, сейчас будем выдвигаться в сторону ветки, посмотрим, как она выглядит. Вот, кстати, ребята занимаются обрезкой роз, ухаживают за городом, ну и за цветами. Ладно, будем двигаться туда. Ну вот, друзья, чем дальше мы отдаляемся от центра города в сторону аэропорта, тем людей становится меньше. Ну хотя здесь все-таки уже начинается окраина Донецка. Ну, конечно, она там. И если ехать, конечно, по первой марке трамвая, то выйдем мы на железнодорожный вокзал. Конечно, жарковато ходить. Так что, друзья, если ходите в такую жару, берите с собой воды побольше и одевайте головные уборы. Ну вот вам ветка от первого лица. Идемте дальше. Thank you.
Ну вот, ребята, еще вам немного показал цены на основные продукты в городе Донецке. Здесь 75% наших продуктов это местные, а 25% это привозные. Ну, наши предприятия стараются делать по возможности поставлять продукты по Донецку, ну и по Донецкой области. Не только в самом городе, там Макеевка, Харциск, Снежное, Новоазовск даже возят. Бывает с Новоазовска нам что-то возят в Донецк, бывает наоборот. Ну а раньше, конечно, ассортимента товаров было больше. 2012-2013 год. И выбора было больше, ну а сейчас как есть. Все как есть на самом деле, от первого лица. Здесь тоже, кстати, газоны пострижены. Все чистенько и убрано. Ну вот недавно, видимо, стригли. Уже здесь, по той стороне, начинается солнцепек. Время сейчас 1:00 дня. Ну, уже надо добить этот видеоролик вам. Друзья, еще хочу на обратной дороге пройтись по улице Павла Поповича и показать вам окрестности еще Донецк-Сити. Жара, конечно, сил забирает много. Вот, ребята, еще себе вот такую фанту взял, потому что ничего холодного не было. Там можно было и в супермаркет зайти. Ну, уже в магазине купил. Кстати, 27 рублей вот такая вот баночка, 330 миллилитров. Все равно раньше в детстве вкуснее были эти напитки, как ни крути. А сейчас на всем, ребята, экономят. Вот, друзья, у нас такие трамваи ездят. Не прям советского образца, но немного обновили. Хотя и ездят и старые. Ну вот, друзья, проделал я нелегкий путь с ветки по маленькому тротуару, так как не хотел по солнцу идти. Ну и будем выдвигаться в сторону Донецк-Сити. Сейчас повернем направо и будем идти туда. Теперь нам еще предстоит на ту горку подняться. Ну ничего, сегодня мы, ребята, 3-дневную норму шагов выполним по тренировкам. Вот это, друзья, вся улица молодых шахтеров. Пересекается она с Павла Поповича. И будем мы выдвигаться ближе к центру. Возле Донецк-Сити мы практически выйдем. Ну, там окрестности. По той стороне дороги не рискну пойти, так как там тенька нет. Солнце сейчас как раз в зените. Вот оно смотрит на нас свысока. И вот мы по хорошему теньку пройдемся. Вот, кстати, здесь тоже вся трава покошена. Березки посажены, видно, недавно, так как еще маленькие. Ну и будем идти. Думаю, Донецк-Сити у нас сегодня будет завершающая остановка. Мы охватываем эту часть города уже подальше от центра. Так что, ребята, кому интересно, обязательно комментируйте. Я читаю практически все ваши комментарии, беру на заметку те или иные места и рано или поздно по возможности буду показывать вам город. Также, друзья, на канале у нас будет не только обзоры города и жизнь в Донецке, но и путешествия. В дальнейшем планирую расширять аудиторию. Вот, кстати, первый трамвай.
Так что ждите. Наш канал только начинает развиваться. Мы стремительно набираем аудиторию, поэтому чем больше ваша активность, тем быстрее выходят видеоролики, которые вам очень нравятся. Большинство людей, конечно же, положительно отзываются о моих видеороликах. Но также есть негатив. Это тоже нормально, это обыденная ситуация. Без этого, друзья, никак. В нашей жизни без плохих людей, ну, не получается просто жить. Ну ничего, главное позитивно мыслить и верить в лучшее. Вот, кстати, друзья, одна из достопримечательностей нашего города – это Терехоны. Это наши Донецкие горы, которые заросли уже деревьями. Но это изначально, как только перерабатывают уголь, отходы идут вот на такие вот большие кучи, и там, чтобы они не рассыпались, специально делают корневую систему, чтобы оно, ну, жестко держалось и не давало терекону расползаться, так это назовем. Ребята, терекон с другого ракурса. Зеленый, красивый. Хотя большинство терриконов зарастает только внизу, а здесь деревья практически всю его часть покрыли. Ну вот, друзья, мы дошли уже до улицы Челюскинцев и пересечения Молодых Шахтеров. Сейчас будем выдвигаться в сторону Сити. Сейчас пройдемся по теньку немного. Хоть чуть-чуть можно будет здесь расслабиться, потому что жара уже, кстати, показывает 31 в тени на 13:39. Ну, кстати, можно пару шелковиц перекусить. Ну, хотя уже зрелая. Уже шелковица созрела. Вот мы проходим парк. Кстати, на удивление чисто. На удивление чисто. Вот только как снимаю этот день, так обязательно где-то вот что-то делают. То ли мне так везет, то ли реально занимаются вот сейчас покосом травы. Ну и мусор видно, что убранный. Ну и, друзья, вот мы плавно вышли на Донецк-Сити по холодку. Ну, машин практически нет. Но опять же, сейчас без 15:02, какие могут быть машины? Все люди на работе. Ну, хотя машины на парковке стоят, но мало. Сейчас мы как раз по теньку пройдемся и уже поедем на двойке в сторону Золотого кольца. Ну что, друзья, вот и будем завершать наш очередной влог. Сегодня вы погуляли вместе со мной, показал я вам немного города. Начальная точка движения у нас была Маяк. Ну и плавно прошлись мы до Донецк-Сити, мимо ветки по Павла Поповича, и вышли мы на улице Артема на Донецк-Сити. Кому понравилось это видео, обязательно ставь палец вверх. Не забудь подписываться на канал, если ты не подписан. Чтобы не пропустить новые серии, нажимай на колокольчик. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.